Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать на своем канале в YouTube. Очень часто задаваемый вопрос, как отклеить марку от альбома. Раньше приклеивали марки вот к таким альбомам. И, например, вот смотрите, я столкнулся недавно с такой, скажем так, задачкой. У меня были очень крутые марки, то есть понятно, что отклеенная марка с клеем она стоит намного дешевле. Но когда у вас есть негашенный Китай или серия какая-то дорогая марок, всегда у коллекционеров есть желание приобрести. Объясню почему. Потому что марка чистая и в хорошем состоянии стоит очень больших денег. А вот, например, будет вот эта марка, которая отклеенная, да? Ну, это простой пример, я вам просто демонстрирую. Конечно, в разы дешевле. И очень многие филателисты, нумизматы и другие коллекционеры, они прибегают к более дешевым вариантам для своих коллекций. Значит, что нам нужно? Отрываем вот такой вот альбомный лист и кладем его в теплую воду, вот в такой судок. Но можно взять более широкий формат вот этого судка. Можно там кастрюлю, неважно. Вам нужна теплая вода и 15 минут. Все, марка сама отклеится. Взяли вот такой вот пинцетик и аккуратненько ее, значит, извлекли из воды и положили на досточку, на сухую, чтобы край марки был вам выглядывал и вам удобно было ее потом просушить. То есть она вот так вот лежит на доске. Ну, к примеру, я вам сейчас покажу. Вот вытащили вы из воды, кипятком не заливаете, теплой водой. И вот так вот край обязательно, чтобы у вас был марки, чтобы вам удобно, когда она высохнет, через 20 минут удобненько ее взять и поместить в альбом. Очень простой способ, очень удобный. Вот так я спас свою коллекцию и заработал деньги. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, приобретайте мои лоты и до новых встреч, друзья!